На 71-м году жизни скончался Александр Андреевич Коротков, заслуженный работник культуры Российской Федерации, экс-советник по культуре главы городского поселения Одинцово, исполнительный директор городского фестиваля народного творчества «Одинцовские самоцветы» на протяжении 10 лет. Особое внимание Коротков уделял художественному образованию детей. Именно при его участии почти все музыкальные школы пошли по пути развития школ искусств. Александр Андреевич считали и считают настоящим авторитетом в сфере культуры, большим профессионалом и прекрасным человеком.